Друзья, всем привет, с вами Андрюха. Забежал сегодня на локацию Старый Острог половить леща. Что могу сказать? Могу сказать только одно. Леща здесь стало намного меньше. Точка получается 35-58. Так, давайте я вам покажу садок. Брал я, значит, друзья, только зачеты, все незачеты до 500 грамм я отпускал, а свыше, которые были не, как говорится, зачетные, я резал на мясо. Вот уже 81 хвост. Ну, на самом деле, поймал я за это время где-то около, ну, почти около 170-180 рыбок. Можно даже вот посмотреть. Так, ну, это для тех, кто хочет посмотреть, есть ли фарм на этой точке. Фарм, в принципе-то, есть. Вот инвентарь. У меня не было абсолютно никаких, ну, не было кусочков мяса. Сейчас же у меня их стало, вот, кусочки рыбы, точнее, 83 штуки. Ну вот, получается, 80 до 80, ну да, где-то 160 рыбок. Поймал-то я больше, это понятно, потому что некоторые были ниже, получается, 500 грамм. Ну вот как-то так. Это очень скучно, я вам скажу, если вы спиннингист. Можете приходить на эту точку 35-58. И чтобы совсем не заскучать, я бросал жерковое удилище. Пытался ловить щучку. Щучка, в принципе, идет. Я вам даже сейчас покажу. Садок. Значит, вся рыба, это понятно. Вот. Вот сколько щук я поймал. То есть, мне даже кажется, что это больше, чем лещ. Нет, лещей все-таки побольше. Но они идут в основном здесь мелкие. Вчера, позавчера было как-то поинтереснее. Я думал, я вообще приходил на эту локацию, чтобы половить угря, но угорь уже третий день именно на этой локации здесь молчит. Вот вчера я, по-моему, да, выхватил двух шнурков, ну они там были, один до килограмма, второй, по-моему, около килограмм 300 грамм, примерно так. Так, а так как леща все равно закрывать надо, я решил у него посидеть, так сказать. Очень много мелочи, друзья, прям вот реально, вот именно сегодня, сегодня у нас получается 20 число, реально очень много мелочи, и несмотря на это, 202 человека сидит. Вот буквально где-то с час назад было почти 300 человек, потихоньку, да, вот 200, потихоньку народ уходит. Единственное, что было интересно во всем этом, это то, что я кидал спиннинг и, допустим, получается, ловил щучку. Все остальное было, ну, жутко. Если бы я сидел бы, допустим, на три донки, да, это, я не знаю, не в обиду доночникам сказано, но это очень скучно вообще. Это очень скучная рыбалка получается. А вот когда вот, как сейчас, время, оснастка обрезана зубами, вообще отлично. Так, все-таки только рыбок поймал, и она мне все-таки откусила. Щучка брала, я вам сейчас покажу, в основном на такую приманку. F11003. Вот я много какие приманочки перекидал из этой серии F11003. Но вот именно вот на эту вот она, ну, как-то шла более-менее. Так, благо, что у меня их две штуки. Дальше рыбачить. Вот, как вы можете видеть, донки вообще молчат. Просто стоят на одном месте. Крючки я большие поставил. Стало более-менее крупное брать, но не так часто. То есть вот эта самая точка 80,
35-58. Она, не знаю, она за последние 3 дня, мне кажется, по лещу сдулась. Ну, кто хочет пофармить леща, пожалуйста, приходите. И вот тут валом, но он мелкий. Я вот, получается, за 3. Да, уже почти 3 часа. Вырезая всю мелочь, то есть от 500 грамм на мясо, выловил 81 рыбу. Из них где-то около 30 это у нас щук. Ну, чтобы совсем не заскучать, короче. Манжерки тоже пробовал. Манжерки вообще, ну, тишина полная. Там крючки буквально залетают, ну, от 200 до 1,5 килограмм. Это не шибко интересно. Только вот на F11, получается, забыл, как она там называется. F11 003, беленькая такая. Вот сейчас щучка хорошая мне села. На угря я даже сегодня не пытался. Ну, реально, смысла нету. Вот последнюю неделю здесь ловил, да, хороших, в принципе, угрей ловил. 2-3 килограмма, по-моему, попадались. Нет, 3 я приврал. По-моему, 2-100, по-моему, 2-200 или 2-300. Самый крупный попадался, он здесь был. Ну, сейчас здесь даже лещи, вот смотрите, донки стоят, вроде все нормально, даже лещей нету. Поэтому, чтобы совсем уж не заскучать, кидаю, пытаюсь выловить здесь щучку. Ну, в принципе, 3 часа это уже, в принципе, очень-очень-очень долго, поэтому шибко видосик затягивать не буду. Сейчас еще несколько зачетов поймаю и пойдем сдавать. Вот такой вот лещ на этой точке и ловится. Хотя вот смотря, допустим, ну да, я вот даже заметил, если смотреть по чату, даже в чате не особо лещ идет. В общем, точка где-то работала, я не знаю, дня 4-5 вот так. Можно было что-то поймать, тут также карасей ловили. Карасей я не пытался поймать, нет, в принципе. Да, нужно, вот если посмотреть, допустим, по... Нет, не туда нажал, по статистике и трофеям. Так, где у нас вот старый острог. Карпа, это все, вот карась золотой и карась серебряный здесь как бы нужен. И Игорь тоже. Ну, щучку вот я попытаюсь, у меня никак не получается. Давайте даже посмотрим, самая крупная щучка сегодня попалась. Так, отсортируем по массе. 7500. Я бы не сказал, что прям так, ну, щучка прям такая активная, ну, поклевки есть. Поэтому здесь лучше, мне кажется, не фармить, получается, леща. Мне кажется, щука как-то поинтереснее в этом смысле будет. 39 уровень, а я на остроге еще, как говорится, ничего такого, ну, хорошего трофейного-то не отловил. Да потому что не люблю я эти стоячие водоемы, честно говоря. Не люблю я донки, это для меня мука просто так сидеть. Но третий день я уже на них просиживаю в надежде, что либо щучка мне долбанет какая-то случайная, трофейная, либо лещ. Ну вот, смотрите. Ну вот, ну это разве щучка пускать? Конечно же, ее надо туда. Смысла нет никакой. Щучку брать, пусть дальше растет, потом, может быть, когда-нибудь, когда она вырастет, она не залетит. Так,
как говорится, детские мои фантазии. Около 200 рыб я, да, даже больше я поймал, потому что мелочь вот я все отпускаю. 3 часа получается уже практически рыбачу. И честно говоря, мне вот эта вот точка уже немножко поднадоела. Даже несмотря на то, что здесь 200 человек сидит. Да, было интереснее 2-3 суток назад, но сейчас тут что-то уже полнейшая тишина. Ладно, не буду вас мучить, потому что сильно длинные ролики никто смотреть не хочет. Давайте посмотрим. Судя по садку, 3 часа назад я выловил свою первую рыбку. Пойду сюда, может быть, хоть какая-то информация по фарму вам пригодится. Потому что лещи здесь, ну, честно говоря, небольшие. Ну что, мне там самый крупный попался? 3, по-моему. Так. Инвентарь, судок. Лещ. Умайся. Ну да, 3,331. Вчера, позавчера и по 4 брали. И почти практически трофы тоже брали. Для начала, я думаю, чекнем, что у нас в кафешке. Кафешки, лягушка, окунь, я всего отпускал, хотя можно было бы сдать и на 13 монеток. Ну, монетки, в принципе, мне не важны, у меня и так монеток хватает. Лягушка, плотва, окунь, пейный, лещ, смотрите-ка, 3 штуки от килограмма. Давайте отсортируем по массе. Килограмм, килограмм, килограмм. 36 монет, ну, в принципе, хорошо. Так, галаврик мне такой большой не попадался, и это не удивительно, в принципе. Белый амур, налим и щука. Пехнул. Так, к сожалению, вторую щучку я так и не поймал, хотя одна есть. 257 монеток. Ладно, не суть. Ну вот, получается, у меня с леща то, потому что от килограмма здесь принимают, 36 монеток мы взяли. 36 монет. Так, все остальное вышло на 577 монет за 3 часа. Ну, плюс 30, ну 600 монет, короче, получается, друзья. Примерно, если смотреть по рыбам, так, карасей мы брать не будем, вот будем брать лещей, лещ. Вышел нам на 161 монету. Вот весь, получается, зачетный лещ, он на 31 монету у нас вышел. И если посмотреть, что у нас вышло по щуке, причем донки у меня было 2, та снасть, которую, ну, естественно, на которой я щуку ловил, она была одна. Вышла на 390. Гораздо интересней фармить щучку, мне кажется. В общем, где-то около порядка 600 монет за 3 часа. 3 часа, правильно, да? Больше. Ну да, 3 часа 3 минуты. Это где-то по 200 монеток в час. Ну вот, в общем, друзья, вот как-то так сегодняшний у меня фарм получился. Заходите, пытайтесь. В принципе, половить можно, но не шибко интересно. Вот кто не любит доночную снасть, я ее вообще не люблю, мне было скучновато. А так, друзья, кому видео понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С вами был Андрюха. Всем удачи, друзья. Всем офигенного улова.